всем привет. Всем привет на канале «Пиратская жизнь». О, все, мы дошли. Мы дошли. Долго очень шли. О, но мы дошли. Мы пешочком. О, спасительная прохлада. 35,9. Кстати, хотел курс вам показать. Сегодня какой? 37,95 доллар. Ну, рубль здесь, как всегда, 0,4. Вон, видите, 0,4. Евро 36,77. В общем, вот такой вот курс, кому интересен. Все, куда у меня вон делся? Вверх, что ли? Нет. Как здесь хорошо! О, класс! Не, не написала, я смотрю тут. О, любимый, любимый, любимый терминал. Кстати, вот здесь, видите, даже посидеть можно. Сделано в виде этого. В виде фуникулёра с чемоданом. Так, давай на второй, третий этаж. Я не пойду здесь больше. Все. Здесь опять как это... Хотя можно перекусить. Можно пройтись и перекусить. Вот это прикольно сделано. Как большой тостер. Вот, давай перекусим. Что дают? Мёд тут у нас. Просто подарочек. Ой, здесь там канал. Бабай не дал мне перекусить. Правильно, нефиг было. Сколько у них меда тут. Прямо вот, вот здесь наш прям висят. Класс. Ну, этот обзор вот этого всей ярмарки у нас уже есть на канале. Обязательно посмотрите. Мы здесь все прошлись, посмотрели и попробовали. Кстати, вот это я бы все-таки взяла. Да. Мы сейчас едем кушать. Мы очень проголодались. Нагулялись. Прошли, наверное, я хрен знаю сколько. Мы далеко прошли. Мы весь Вангомат протопали. И по пляжу, и вообще. Сейчас едем на 21-21. Вот, там покушаем. И надо в туалет зайти. Умыться, потому что я вся вспотела, как лошадь. И баба, ну видите, вся майка мокрая. Да? А, BP World, да. Мы, кстати, все-таки планируем взять чемоданчик. Что здесь? Нету. Кстати, да, хотел все. Ну вот, походы, но она как не, мишка. Тебе нужна чистая вот одна. Да. Да. Ну, пойдем, что найдем. Что мы еще прицельно не искали? Все, пойдемте кушать. Форма 21 3/4. Это у нас Англия. Англия. О, видите, 21 3/4. Нам туда, а вам туда. Окей. Мальчик, девочка. Вау. Круто. Конечно, туалет — это отдельное произведение искусства. Сейчас это в туалет сходила, там вытряхивала, короче, песок из ботинок, из шлепанцев. И знаешь, что увидела? Короче, я уже стерла свои старые шлепанцы до дыр. Реально до дыр. Вот, так что сейчас надо будет отсходить и купить шлепанцы. Вова, вот давай вот мне что-то купим, а не тебе. Хорошо? Вот и посмотрел, все, иди дальше. Видите, какое место классное наткнулись. А как тут лапшичку делают с мясом. Сейчас возьмем по маленькой тарелочке. Тут даже спрашивают, с какой лапшой хотите. С такой, с такой. Я вот эту выбрала. Не знаю, что. Сейчас вам еще что-нибудь возьмем. По маленькой тарелочке. Ты их продезинфицировал? Да. Молодец. Хороший профессор, конечно, лапу. Но аппаратура при нем. При нем. Да, в общем, Вована, единственная задача была брать с собой микрофоны и стоечки. Но, к сожалению, он все забыл. Вот. Я надеюсь, у нас сейчас это не заберут. Так, не надо. Короче, у нас сегодня лапша. Вот такая вот. Я взяла себе рис роти. Рис, точнее, карри. Вот взяла банан, вот такой сладкий. Вот, Вован взял. Я не служил сегодня еды. Вот. Еще вот такой вот блинчик с мясом. Вот, и все. В общем, положила вот так вот подносы. В общем, поставим вас как-то вот так вот. Будем как это? Настоящие мукбанкеры, да? Да. Вот так вот. Короче, куча еды. Вот так вот. Нет, вот так. Все. Я дикая, извиняюсь. Как-то так. В общем, вот так вот. Приходится экстремальные меры принимать. Профессор, конечно, лапу, но аппаратура при нем.
Как помните в фильме «Шарик»? Ты, конечно, такой себе. Если нас плохо слышно, иди извиняйся. Можете Вовке поставить дизлайк. Да-да-да. Лапша, кстати, прикольная. Ну, он как сегодня заболел, так у него все мозги атрофируют. Да. Так что не лечь. У тебя лечить там. Я не знаю. Мозги, это, понимаешь, особое. Давай хоть заставку сделаем. Лапук. Лапук. Прикольный цвет лапша. Она прям так разошлась. Бульон, да, ничего. Бульон уже весь питался. Прикольно, стоечку забыл. Он все забыл. Тут смотри, какой красивый рис у меня. Что-то не понимаю, камера как перевернута. Лук вчера вот. Да. Видишь, она как перевернута. Да? Почему? Да, странно. Просто я сижу то здесь вот, а у меня пока там. Ничего, техника дошла. Ладно, вроде записывает. Она посмотрит. Хьюстон, Хьюстон, меня слышно. Как слышно у нас, Хьюстон? Это короче был. О, это Биг. Где там Биг? Где-то был. Ну какой-то как с начинкой. Там картошка. Давай там. На, попробуй. Так. Это вкусно вообще. Жаль, что вам плохо видно. С картошкой, что ли? Ну как? Прикольно? Оригинально, да? Ничего. Я ничего не почувствовал. Нет, блядь, там есть, там это. Там какой-то как фарш, что ли. Не надо, там что-то такое есть. Горячий внутри. Короче, крутила, вертела, ничего не могу. А, у меня, кстати, лапша с... Лапша сколько стоит? Твоя, моя... А, твоя 40, моя 37. А, твоя 42. Это маленькая. 45. Я взяла маленькие, это маленькая. А, большая, да, что? Еще больше? Целая, наверное. Мне нравится здесь проростками. Со всеми. Как все было. Угу. Кстати, да, напоминает Куба. Говори громче, потому что тебя плохо слышно. Да-да-да. Просто ты у меня лапу. Видите, вот так вот с мужем-то живешь. Единственная задача была у человека. Взять микрофоны и стоечку. Ты не торопил, давай быстрее. Я тебя торопила. Я тебя отрывала от твоих телефонов. Я и забыл. Ты лучше бы меньше в телефон играл, а больше бы думал. Причем, кстати, рядом с твоей сумкой все лежало. Лопух, лопух, просто. Ты, походу, когда заболеваешь, у тебя сразу мозги отключаются и все. Соты. Пожалуйста. Пожалуйста. Причем я на него сейчас орала, визжала. Даже не пикнул. Он даже понимает, что он лопух. Лопух? Опа, лопух. Косячный лопух. Лопух тоже. Сейчас останешься без тителя. Еще? Кстати, вкусно. Это вот лапша какая. Прям классно. И причем, пока мы тут бегали, туда-сюда собирали, она так разбухла в этом бульоне.
как хобот получился. Если нас плохо слышно, во всем Бог виноват. Вы знаете, как это? У вас в квартире нету газа, это Путин виноват. А у нас это... Если вам плохо слышно, это Вовка виноват. Он же у меня тоже Вовка. Вот, так что он у нас косячный. Нет, это, кстати, хорошая лапша. Мы что-то ходили, то они обращали внимание. Роти. Мясо. Ну, знаете, как с мясом и с картошкой. С какими-то такими специями. Мне, кажется, понравилось. На. Я ему кофе взяла горячий. А то ходит носом, шмыгает. Но аппетит не пропал. Значит, жить будет. Доходяга. Доходяга. Здесь слева, а там право. Что с камерой случилось? Я должна была здесь сидеть. Странно, да? Пуса. Надеюсь, она не наебнет. Мысли. Ну, здесь отображение, видишь, здесь камера. Я понял. Я не понимаю, что сделал. Я надеюсь, на видео будет нормально. Находились мы сегодня как весочек. Сейчас пойдем, короче, покупать мне ботинки эти, шлепанцы. У меня эти прям до дыр стерлись. Там прям дырки. А вы говорите, что я не двигаюсь. Ну как, двигаюсь. Что такое? А? Не знаю, как это, как закуска. Блинчик. Блинчик. Понравилось? Мне понравилось, прикольно. Причем у них здесь реально как тесто такое, да? Ну, ванна косячка. Ну, хоть не я. Я вообще молодец. Мне так банкомат сегодня понравился вообще. Прям так здорово. Классное место. В принципе, терминал даже недалеко. Хотя мама, конечно, шел, весь звонялся. Не ври, не вонял я. Вонял. Я унюхала. Я унюхал, тот и нам унюхал. Да-да. Видишь, какая Нина предприимчивая. Вот какая Нина предприимчивая. Хоть как-то поставила камеру. Камеру там, надо показывать. Она бесится, как и я. Тоже сходит с ума. Она хорошо показывала, если не один человек. Единственная задача у человека. Что это? Горит я, прямо отсюда.
посмотри, смотрите, как красиво. С капустой, со всем вот этим делом. Короче. Ну давай. На здоровье. За здоровье. А ты зачем салфетку там взял? Там была. Салфетка? Зачем? На сборку. Рано. Салфеточка здесь сбоку чипит. А сверху, сверху, видишь, как лук стакан такой жарит. Такой. Mm-hmm. Прикольно. Попробуй рис. Карри. Mm-hmm. Вкусный. Mm-hmm. А еще вот эта штучка. Соус какой-то. Острый, да? Да. Это калий. Зеленый. Остренький. А вкусный. Mm-hmm. Бегаемся. Он здесь с очком. Так полил маленько. Рис. Не переборщил. Не, вкусно. Здесь с курочкой. 40 бат. Рис желтый, классный. Здорово. Что-то меня на индийскую кухню пропёрло. Ну, видишь, здесь начинка какая? Фарш, картошка. Остренько. Говорю, попробуй карри. Рис. Не хочу карри. На. Вкусный, кстати. Желтый вот этот рис вообще вкусный. С огурчиками. Там, кстати, я где вот это брала, там есть просто отварной бульон, куриный суп. Совершенно не острый. Они сюда делают непростоту, придают вот этот соус. Да. Вкусно. Ешь, не так запешно. Острота уходит. Не, вкусно. Прям карри. Надо в следующий раз в Индию ехать. Кажется, исследовать так исследовать. По поводу. Салфетки. Каждый скрыть сама как может. Он где-то чувак зайдет. Но из кармана торчит лиса. Лисий хвост. Мы, например, на камеру снимаем. Всем пофигу. Каждый с ума сходит, как хочет. Бери карри. Это, короче, белинчик. Что же, голодная? Мы сегодня прям долго и наплавались, и накупались. Марш-бросок.
Мы кости забыли отнести собакам. Ну ладно. Я в холодильник положил. О, и ты накосячила. Я накосячила. О, радостный, довольный. Так что, ты не один. Ну, знаешь, собачки подождут, когда там все сожрется. А вот ты косяк ходячий. Сегодня, кстати, оставила кости на этом, на плите. Ну, просто положила. И уже куча этих пацанов набежала. Местных. Да. Пришлось их убрать в холодильник. На этом увидели рай. Правда, холодно. А, мы тоже ржали сегодня соком. Сейчас несколько штук это. Видишь, как в холодильник все закинем. Вот, салфеточки обмотаны и где-то есть так раз висит. Чего не будет, что было? Кстати, он какой-то маленький. Стоит прошли столько же, как и это. Сколько будет? Не знаю, маленький какой-то. 0,2. На. Бери ротик с бананом. С бананом. Надо? С бананом нет. А с чем он? С бананом ты ешь. А я с мясом. Мне мясо надо. Я не служу. А тебе тапочки. Тапочки не надо. Они будут мясо. Главное, прикиньте. Я говорю, мне нужны тапочки, а он меня тащит в магазин Феррари. Ну, а что тебе не нравится? Я тебе хотел купить Porsche Design тапочки. Да, конечно, ты мне хотел. Себе хотел. Как там скидки? Чем будете платить? Ей, да? Ею. Кем ею? Кэшем, так? Не, ею. Я спросила у них про сироп, что-то в кофе. Она говорит, нету. Что? Я говорю, сироп? Там я хотела это. Я говорю, сироп. Нет. Я говорю, карамель, сироп. Нету. Короче, она меня не поняла. Нет, постранено. Все знают твой тайгер. Мой русинглиш. Русинглиш. Капунка. Давай блин ешь. Не хочу я. Блин. Ешь блин. Я его не хочу. Блин, сказала ешь. Ну, вкусный. С кофе самый раз. Кстати, прикольно, они чем таким залили? Где-то вот салатик. Водичка какой-то. Как типа уксус, что ли. Подплощенная водичка такая. Перчик посыпали. Лучка. Прикуска. Перец я, конечно, есть не буду. У меня еще моя печень дорога, как память. Так, нас сегодня на массаж стоит. Сейчас, короче, идем на шопинг. Девочки. Все. Я все съела. Что хотела? Вот эту водичку жижу я тоже не буду. Аис. Здесь Wi-Fi. Аис? А что, Аис подключается? Так. Надо капусту съесть. Обязательно. Это салат. И капуста. Ну, скажем так. Wi-Fi тут так себе. Вилку-то сразу бери. На, ладно.
Ну, а что ты хотел? Так, да, отлично. Я не понимаю, что происходит. Ну ладно. О, с бананом. Это банан? Сейчас вкусный. Зря не хочешь. Попробуй. Не хочу. Сейчас попробуешь, за уши не оттянешь. Не, не хочу. Вредный. Очень. Вредный человек. Одну штучку. На. Одну. Не хочу. Ну, ай. Ну и жопу тебя. В общем, такой бог у меня косячный. Прошу прощения. Согласна, надо менять. Модель уже устаревшая. Старая. Видите, уже тупить начинает. Надо прошивку менять. Обновление никак не выпускает. Уже даже не реагирует. Да. Когда его ругает, он уже не реагирует. Но ворчать не забывает. Вот. Наелись, напились. Сейчас за нами все приберу. Все, всех люблю, всех целую. Всем хорошего настроения. Пока-пока.